Этот город называли городом счастья. Пока древнее зло не погрузило город во тьму. Единственный способ победить зло заключен в книге артефактов. Найди все артефакты, активируй заклинание, и тогда купол зла разрушится. Как вам идея для нового ролика? Класс. Эй, ребята, что происходит? Какая-то чертовщина. Тыс, вы слышите? Бежи! Здесь, возможно, есть артефакт. Осмотримся и найдем артефакт. Вон он лежит под мухомором. Это джойстик. Ясно. Стул на колесах, если я его пну, стул с чудищем уедет. Волшебная палочка. Вот что мне нужно. Он похож на боевого робота, притворюсь его капитаном, надев фуражку. Тем временем, Влад. Я слышал, что колокольный звон должен отпугивать нечистую силу. А ты подписан на мой канал? Помогите! Помогите! Это сиреноголовый. У него нет глаз. Возможно, если я дам ему глаза, он поймет, что я ему не нужен. Не думал, что это лужа мусора в болото. Застрял, самому не выбраться. Позвоню друзьям. Спасибо, бро. Глен тут как тут. Что за страшные глаза в темноте? По звуку похоже на зверя. Попробую кинуть в сторону рыбу. Ого, какой котище! Оголенные провода тут опасно. Попробую пройти в скафандре. Он не должен проводить электрический ток. Демон-камера. Она всегда снимала всех. Возможно, ей не хватает внимания, и теперь она хочет, чтобы снимали ее. Сделаю с ней селфи. Ребята, это жесть. Хорошо, что клоунов не было. Очень их боюсь. А где Серега? Ура! Эпизод первый пройден. Эпизод второй будет проходить в парке развлечений.
Думаешь, Сиреноголовый всегда был таким злым? Давным-давно мальчик по имени Джон сделал робота, которым управлял с помощью джойстика. Он очень привязался к новому другу и даже брал робота с собой в школу. Так продолжалось до тех пор, пока джойстик не потерялся. Ну а потом Джон вырос и переехал в другой город. А робот так и остался пылиться в коробке под кроватью. Когда купол тьмы накрыл город, робот ожил. Он долго искал своего друга. Но когда понял, что уже давно не нужен Джону, разозлился. Обида была такой сильной, что добрый и милый робот мутировал в Сиреноголового. С тех пор Сиреноголовый бродит по миру в поисках Джона, а ужасающий вой его сирен – это крик отчаяния и одиночества. Чтобы успокоить душевные страдания и прекратить зверство монстра, нужно просто уничтожить джойстик. Ребята, пойдемте отсюда. А вдруг здесь злобный клоун? Какой клоун, Кобяков? Нет тут никого. Прячемся. Это же клоун. Может, мне от страха кажется. Посветил-ка я фонариком. Огромный паук преградил дорогу. Думаю, его можно перелететь. А у меня есть жвачка. Я гений. Привязана колючей проволокой. Кусачками я буду долго возиться. Хорошо, что у меня есть зелье временного превращения в привидение. Кобяков тут как тут. Плотоядное растение. Может покормить его курицей. А что лежит в коробке? Возможно, там артефакт. Вижу его. Ключ с брелком лежит рядом со знаком вопроса. Теперь нужно разобраться с растением. Точно, у меня же есть средства от сорняков. Загипнотизировали. Хочу морожка. Нужно развеять гипноз. Отправлю своего друга Лепрекона на помощь. Да. Ауч. А что если выбрать вариант со звездочкой? Но у меня же есть реактивные ролики. Полетели. Юху. Тем временем Влад. Тут злобный клоун. Мамочки, нужно спрятаться. Идея. Напугаю его воздушным шариком. Эй. Спрячусь в кустах. И где этот мелкий? Не уходит. Использую приманку бананы. Может, прибегут обезьяны и отвлекут его? Ого, это какой-то обезьяноголовый. Обезьяноголовый напал на злого клоуна. Это мой шанс сбежать. Тебя пропустить! Пугало тут стоит неспроста. Обману его. Нет, я тут просто гуляю. Он уснул, прокрадусь мимо него. Ну ты и пуська, Кобяков. Книга артефактов. История клоуна. В это трудно поверить, но клоун не всегда был злым. В детстве маленький мальчик по имени Дэн хотел смешить людей и приносить им радость. Но у Дэна не получалось, все его шутки наводили на публику скуку. Тогда мальчик решил, что однажды заставит людей смеяться. Страшная злоба затаилась у него в душе, он вырос и превратился в монстра. Клоун похищает людей, запирает их в комнате смеха и заставляет смотреть свои унылые представления. Из комнаты смеха нет выхода. Единственный способ выпустить всех узников – избавить ключ от его магической силы. Как?
Ты будешь смеяться, но брелок от ключа — это печенька в виде клоуна. Так что нужно просто съесть печеньку.